Добрый вечер, дорогие друзья! Буду варить еще один салат. Очень простой и очень быстрый, и очень вкусный. И называется он безумно вкусный почему-то. Ну, наверное, потому что он вкусный. Нам понадобится 3 килограмма нарезанных помидор, 7 штук перца, ну, вот столько чеснока головок, так 2, 4, 6, 8, 9. Я 9 взяла. Столовая ложка соли и стакан сахара. Сейчас вот я 1,5 килограмма помидор возьму, пополам, в общем, разделю. Поставлю на огонь, положу сахар. Господи, сахар, соль. И буду варить. Минут 10-15 я проварю. Потом добавлю остатки помидор. И чеснок. И буду доваривать. В общем, сейчас делю помидоры, добавляю туда соль, сахар, перец и ставлю на огонь на 20 минут. Ну, 15-20 минут. Так вот, первая партия проварилась 10 минут, как я говорила. Ой, напугалась. Я сюда покладу остатки помидор. И будем варить теперь 30 минут все это. Варим 30 минут. Вот из этого, что я накладывала 3 килограмма помидор, болгарского перца, получилось у меня вот таких 5 баночек. Одна 700-граммовая и 4 пол-литровых. Я их разлила по баночкам. Салат этот разлила по баночкам. И в каждую баночку сверху налила по столовой ложке растительного масла сверху и закатала. Сейчас я их переверну, поставлю под одеяло, куртку теплую, ну, под что-то такое теплое, и они у меня будут остывать вверх ногами, пока не остынут до конца. В общем, вот такой простой, несложный салат, ну и в принципе он вкусный. Я туда еще добавила маленько черного перца с пол чайной ложки. Так что делайте на зиму. Я в этом году делаю не помного, там баночек 5-6 каждого вида салата, чтобы оно все съелось. Так что всем пока-пока. Заходите на канал, ставьте лайки. Всем очень рада. До скорых встреч, до новых видео.